Говорит и показывает Мадрид. Мы начинаем прямой репортаж с легендарного Сантьяго Бернабеу. Константин Генич и Георгий Черданцев на комментаторской позиции. Сегодня Реал Мадрид встречается с Бетисом. Сегодня нас ждет столкновение противоположностей. Самая забивная команда лиги принимает команду, которая меньше всех пропустила. Это будут два противоположных стиля игры. Интересно будет посмотреть, какой из них сегодня приведет к победе. И смотрим на состав мадридского Реала. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Нам показывают состав команды гостей. Похоже, тренер решил сыграть от обороны. Не могу с тобой согласиться. Посмотри, какая атакующая группа у этой команды. Итак, игроки Реала разыграли мяч, игра началась. Да, это будет, несомненно, классный футбол в исполнении двух ярких команд. Начо. Рахим Стерлинг. Матео Ковачич. Себальос. Удар Кейна! Тут нужно было отвести угрозу от ворот. И вратарь это и сделал. Просто отбил мяч подальше. Угловой будут подавать футболисты Реала. Мяч летит в центр штрафной. И выносится мяч из штрафной. Александр Зинченко накрывает этот удар. Себальос! Все правильно, выбит мяч из штрафной. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Вот это спасение! Все на изготовку, к угловому готовься. Максимальный напор сейчас со всех сторон на соперника. Болельщики здорово поддерживают свою команду. И прямо в центр. Бейл! И подняли, по-моему, руки некоторые игроки атакующей команды, но рано обрадовались. Пол стадиона на ноги вскочило, даже мы с Георгием подскочили. Оказалось, зря. В центр штрафной мяч на... Начо! Теряет атака мяч, в штрафной вынос. И бьет! Угловой удар, мяч у мадридского Реала. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Выбит мяч из штрафной. Аут будет бросать мадридский Реал. Хорошо мяч перехватили в атаке. Каналес. Терпеливо ждут они своего шанса. Перекладина! Сильно ударил, чуть точнее бы. Хороший, опасный был удар, но вратарь показывает, что он все понимал и все видел. Хисус Вальехо. Матео Ковачич. Себальос. Харри Кейн. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Как защитник сыграл, браво! Они сделали все для того, чтобы забить, но переиграть вратаря не сумели. В очередной раз голкипер спасает свою команду. Кристиан Тельо. Есть свободная зона перед игроком на фланге. Выигрывает борьбу у соперника.
Навес не получился. Мяч будет введен в игру ударом от ворот. Хисус Вальехо. Бейл. Харри Кейн. Бейл. Харри Кейн. Себальос. Бейл. Надежно играет вратарь. Команда проходит пытку угловым. Выдержит ли? В центр штрафной подан мяч с углового. Защита первая на мяче. Вынос. Нет, не пойдут они в прессинг. Будут ждать, пока соперник сам подойдет к ним. Есть шанс выйти вперед. Будешь навешивать, а? Бейл, подача. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Кристиан Телли. Аис Саманди. Вильям Карвали. Каналес. Игрок поспешил, залез в офсайд. Альваро Одриасола. Матео Ковачич. Бейл цепляется за этот мяч. Бейл. Матео Ковачич. Штрафной подачи. Есть там кому сыграть. Казимир. Харри Кейн. Себальос. Рахим Стерлин. Себальос. Стерлин! Есть первый гол в игре. Счет открыт. Заслуженный гол. Команда доминировала, так что этот гол был просто вопросом времени. И, наконец, он состоялся. Все шло к этому. И это был вопрос времени, когда они забьют. Гол буквально витал в воздухе. Конечно, они лучшие. Они сами прекрасно это знают. И не стесняются это сегодня демонстрировать. Игра идет, конечно, практически в одни ворота. Игра возобновляется после гола Реал. Отличный перехват. Это Гаррет Бейл. Бейл. Гаррет Бейл. Себальос. Четко и надежно сыграно. Выносит он мяч из штрафной. Себальос. Матео Ковачич. Гаррет Бейл. Матео Ковачич. Каналес. Себальос. Реал начин. Удар Кейна! Для вратаря такие удары разминка. Нет предупреждения, потому что это аут в исполнении мадридского Реала. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Как же здорово он играет в пас. Харри Кейн. Матео Ковачич. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Рахим Стерлин. Пас, пас, еще раз пас. Очень много передач у этой команды. Рахим Стерлин. Себальос! Угловой номер... Какой номер? Подали мяч с углового в центр штрафной. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Матео Ковачич. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. И выносится мяч из штрафной. Каналес. И пробил он по воротам. Ну что, сумеют ли они отыграться с этого углового? Кто знает, сколько моментов у них сегодня будет. Нужно постараться использовать хотя бы этот угловой. И болельщики это прекрасно понимают. Кристиан Телью.
Хорошо мяч перехватили в атаке. Каналес. Заканчивается первый тайм 1-0. В очень тяжелых условиях проходит у нас сегодня матч. Да, и, наверное, какого-то искрометного футбола и удовольствия от игры, думается, не получат ни футболисты, ни зрители, ни мы, комментаторы. Пас на ход партнеру. Кристиан Телью. Забивать тут надо, но не получается у него забить. Классный момент они создали, но реализовать его придется, похоже, в другой раз. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Хорошо увидел партнера впереди. Следует скидка. Вратарь спасает, но ищу Телью. Хороший удар. Чуть точнее был бы гол. Сложный удар он наносил, бил с лету и пробил действительно довольно опасно. Вратарь рад, что мяч не попал в створ ворот. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Ищут они разные варианты для атаки. Вильям Карвали. Перспективная фланговая атака намечалась, но защитник прервал ее. Казимир. Себальос. Александр Зинченко. Стерлинг. Матео Ковачич. Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Казимир. Ковачич! Легко справляется вратарь с этим моментом. Харри Кейн. Рахим Стерлинг. Харри Кейн. Матео Ковачич. Будет замена в домашней команде. Готов игрок к выходу на поле. И это, возможно, как-то взбодрит игру. Хорошая подача получилась, но никто не смог там сыграть. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Казимир. Матео Ковачич. Альваро Одриасола. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность. Удар Кейна! Сериал угловой продолжается. Центр штрафной, мяч направлен. Хороший вынос мяча из штрафной. Казимир. Себальос! Не прошел удар, защита на месте. Аис Саманди. Кристиан Телью. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Карим Бензема. Один из лучших по игре в пас он сегодня. 20 минут до конца основного времени матча. Будебус. Нет, не дошел этот пас до адреса. Матео Ковачич. Альваро Одриасола. Матео Ковачич. Передача на Бензема. Себальос. Угловой приятный бонус, когда ты и так ведешь счет.
И удар с угла поля выполнит мадридский Реал. Мяч летит в центр штрафной. И выносится мяч из штрафной. Мюнье. Пошли последние 15 минут. И вот-вот на поле появится свежий игрок. Замена у гостей будет. Ну и посмотрим, что принесет эта замена. Себальос. Матео Ковачич. Бензема. Рахим Стерлинг. Себальос! И едва они не вырвались вперед с преимуществом в два мяча. Да, были очень хорошие шансы увеличить счет, но не сложилось. Будебус. Барраган. И подает штрафную. Мимо ворот мяч проходит, хотя казалось, что промахнуться тут просто невозможно. Да, конечно, не рассчитал силу удара. Свежий игрок войдет в игру у нас. Александр Зинченко. Рахим Стерлинг. Нголо Канте. Матео Ковачич. Эффектная передача пятка. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. 5 минут остается до конца игры. И преимущество в один мяч ничего не гарантирует. Вильям Карваль. С трудом сейчас мы слышим друг друга. Болельщики перекрикивают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Да, болельщики понимают, что, возможно, это решающий момент матча. Хотят максимально поддержать свою команду. Себальос. Стерлинг! Две минуты добавлено к основному времени тайма. Барраган. Мюнье. Вильям Карваль. Ну что, последний шанс отыграться. Неплохой перевод мог получиться, но защитник накрыл. Себальос. И у соперника теперь мяч. Ну вот и все, матч окончен, и победу одерживает мадридский Реал. Ну что же, я бы сказал так, хорошему танцору плохая обувь сегодня не помешала. Ну а хорошему комментатору главное, чтобы команды играли хорошо. Это мы сегодня и увидели.